Подмосковная «Единая Россия» выдвинет Андрея Воробьева кандидатом на предстоящих выборах губернатора Московской области. За его кандидатуру проголосовало большинство делегатов 27-й конференции регионального отделения партии. Губернатор поблагодарил партийцев за поддержку и отметил, что впереди у Московской области еще больше планов. Исполнительный секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Лариса Андреева отметила, что в числе ключевых задач региональной команды – продолжение адресной помощи семьям участников спецоперации. А руководитель партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев рассказал, что перед командой региона на ближайшую перспективу стоит развитие системы здравоохранения, которая за последние годы набрала серьезные темпы. По словам окружного депутата Владимира Винницкого, сейчас у Подмосковья есть все возможности закрепить успехи также в сфере образования, и Одинцовский округ максимально включен в эту работу. Так, в этом году в муниципалитете открылось 2 новых детских сада, еще 25 образовательных учреждений должны появиться в ближайшие 2 года. А депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков отметил, что региональная команда уверенно работает над развитием всех сфер жизни Подмосковья – образования, медицины, ЖКХ, культуры, спорта и других. По словам главы муниципалитета, секретаря местного отделения «Единой России» Андрея Иванова, под руководством команды Андрея Воробьева Московская область совершила огромный рывок вперед. Появились современные общественные пространства, построено множество социальных объектов. Сейчас в Одинцовском округе рекордное количество таких строек. Решается проблема обманутых дольщиков, модернизируется коммунальная инфраструктура, а самое главное, власть стала более чуткой, внимательной и отзывчивой по отношению к жителям.